Алло. Алло, мам. Сыночка, привет, мой котик. Сыночка, не волнуйся, все будет хорошо, мы тебя любим. Не надо только меня поддерживать, я все нормально, ты что, думаешь, я ничего не переживаю? Ты должен выставиться так, чтобы запомнили вообще Украина, Россия и все остальные. Так а кто знал, что я попаду в номинацию, мам? Ты должен был к этому готовиться. Послушай, ну давай без воспитательных процессов. Последний номинант, как ни странно, Дима, я думаю, ты удивишься, Макс Барских. Макс, отличный яркий образ, великолепные движения, жесты, все хорошо, но все время повторяешься. Прекрасно бегу, дай мне, не найти мне слов, что еще готов сказать. Я лечу к тебе, я хочу к тебе опять. Мне очень не понравилось то, что когда уже после номинации, когда уже все было объявлено, ну, когда объявили, что мы с Мухиной будем в течение недели, ну, за нас будут голосовать, вот, и как-то немножко странно было то, что как-то все такие были поникшие, такие как будто бы, ну, как будто бы у себя в голове они накрутили, что вот, его номинировали, он же себя, наверное, так сейчас плохо чувствует, так надо сделать такой печальный вид, что якобы... Вот, его номинировали, все. А мне наоборот, мне не хотелось этого, мне хотелось, чтобы люди нормально это восприняли. Мне придется чтобы сейчас, они... в общем, сзади со всеми вами поговорить, потому что там, ну это может быть для проекта и нужна такая трагическая. Да, но я не могу понять, если человек этого не чувствует, зачем это показывать? Песня уже есть? Да, есть песня. Я не знаю, вылечу я, не вылечу, но я... В принципе, надо искать самое лучшее из того, да что никто есть. Не знает. Ты же не вылетишь в никуда. Я не накручиваю себя. Я это буду говорить. Я не накручиваю себя, что я вылечу. Я буду бороться до последнего.